Этот усатый фактически с нуля раскрутил себя. На него работает группа достаточно компетентных, значит, технологов, именно разбирательной компании. На определенном этапе, я вам скажу, я считаю, что сейчас русские политтехнологи одни из лучших в этом пространстве. Они знают психологию масс, они знают психологию постсоветского общества. И там написано, ты должен в определенный момент, ну, во-первых, привлечь в себя внимание любыми действиями, неважно, какие они, скандальные, какие, концерт, это все привлечение внимания конкретному человеку. И в определенный момент ты должен сказать людям, что ты такой важный и нужный, что против тебя организовываются какие-то заговоры, что концерты там, будьте внимательны, люди, которые уже как бы готовы повалить, говорят, ты знаешь, наш Ренат, к какому колоссальному, значит, угрозам его жизни подвергается, что он ходит, значит, в бронежилет. Это все циничнейшие, бестолковые, туповатые манипуляции общественным мнением, которые на самом деле доходят до определенной части населения. Знаете кого? Те, которые действительно озлоблены, те, которые будут голосовать против всех.